Так, ребята, это не постанова, ну по вкусу как какой-то, не знаю. Чего случилось-то? Экзотический это банановый раф. Всем привет! Сегодня мы решили обойти городские автоматы с кофе и попробовать посмотреть, где он лучше, где хуже. Начнем с ванильного. Здесь он стоит ровно 100 рублей. Это бассейн Кристалл, лучший садовик. Вы молодой человек. А вы за кем? Вот он, момент истины. Сука, какой-то карамель вареная. Ну, в принципе, вполне себе. Сиропчики для этой штуки явно не надо, но так чересчур сладкий. Не знаю, что это. Это, кстати, это что такое? А, зерно, а нет, жук. Жук какой-то, ну, внутри. Кофейный зерн. Что, бесплатно только? Ну, короче, если кто вас может, это ничего. Так, ребята, это не постанова. Реально, жук попался в кофе прямо. Блин, даже самому интересно. Это не жук. Что это такое? Кофейный зернышко, наверное. Или это таракан? Какой это таракан? Плохо видно. Конечно, это не таракан. Стой, это что? Включай. Я открыл. То ли кофейное зерно, то ли остаток какого-то насекомого, в общем, непонятно. Ну ладно. Почему-то это происходит именно с нами. Ну, давай позволим. В кофе у вас нашли жука. Во-первых, он горячий, так что там все бактерии нейтрализовались. Следующая наша точка — это будет торговый центр «Маяк». Там есть два кофейных автомата, ну, подобных. В общем, посмотрим. Надеюсь, там нам ничего не попадется. Кофейня iTeam. В общем, попробуем мы взять кофе. Ванильного здесь я, к сожалению, не вижу. Есть какой-то экзотический, это банановый раф. Ну, в общем, давайте вот его попробуем. Тут он уже 150. А, 125, но 25 рублей дороже. Подобный напиток Сени Кристалл. Что-то у нас пока не получается. Ну, банановый раф. Выберите другой. Ага. Ну, давай горячий. Горячий шоколад нету. Какао, молоко выберите. Макачино. Короче, придется пить американо. Либо латте можно. А, чего случилось-то? Чего? Там стакан стоял. Паниковать такой. Че паниковать? Нет, это просто какая-то программная херня. Написано 1, 2, 3, 4, 5. Ну давай смотрим, что он нам дал.
манка на четверть меньше, чем она, стакан, чем он должен быть. Да, запах. Запах, запах нормальный. Ну-ка, тебе. Обычный кофе. Какой такой крепкий. Где-то сахар был. Вот он, сетерочку добавить. Ну нахуй. Без. Прям кофе, кофе. Стаканчик тут вообще заморочился стаканчиком. Монополии, банк-бани, кто-то казалки, БМВ, доллары. Да. Ну да, горки, то, что американцы заказал, больше здесь. В этом автомате доступен только один кофе, одно кофе, как там правильно говорить. В общем, мы погнали в следующий.